Коллеги, добрый день. У меня тут в ручках, знаете ли, горячие угли и кальянчик находится. Так что как бы нам его раскурить по-мирному? Добрый день, коллега. Мы хотим раскурить вот эту шмаль вместе. Знаешь, что такое воспаление легких? Я думаю, точно это подобное не будет. Это наоборот лечебная параша. Добрый день, пойдемте раскуривать шмаль. Нужно найти хорошее, приятное место с хорошей атмосферой. Да, я согласен. Давайте в ковизоне ебанем, так сказать, косячок. Дудку раскурим. Ёб твою мать. Я обосрался. Где остальные, блядь? Их больше нет. Охуеть, в смысле? Лучше пошли покурим. Ладно, ну его нахуй, короче. Блядь, пойдем. Пойдем. Спасите у меня кальян. Он должен выжить, за мной 049 гонится, ёбаный рот. Хватит сопротивляться. Не на, у меня кальян, не-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 не, я чистый, клянусь жопой, вот, абсолютно чистый, на все вообще, миллион прививок, триллион аптечек. В общем, даже кальян ебашу, у меня не то что, вот у меня 10 метров радиус. Кальян это оправдание, все, кальян это да, оправдание. Спасибо. Вот кальян, он помогает против поветрия, я просто в этом уверен. Мне нужно его вынести и раскурить шмаль для того, чтобы очистить весь этот ебаный комплекс. Хорошо, пойдемте за мной. О, отлично. У вас только вся охрана заражена, это плохо. Ну, мы сейчас раскурим, и все они станут чистыми, пиздец. Здрасте. Здрасте. Мы тут раскурим шмаль, очистим весь комплекс от всякой гнили. Давайте. Я с вами. Здесь 939. 939 пускай идет нахуй. Ну, нужно как можно больше... Опять я один, одинешник. Пойдемте курить шмаль. Там, правда, опасно. Но нам нужно всех собрать и раскурить. Раздуплимся, так сказать, на утро. О, сюда. О, кальянчик. Это снова вы. Да, это я кальянчик, я мастер. 049 сейчас агрессивен ко всем, кто находится в комплексе, особенно как ранее до класса. Но мы можем это исправить вместе, раскурив кальян, который чистит нас от поветрия. Откройте гейт Б! Это вышел? Здрасте! Все, если хотите, я, короче, ебал на ноль. Я первый задуваюсь. Охранник. Замолчали все, блядь! Да что такое? Товарищ охранник, не разбейте кальян! Осторожно! Добрый день, верните мой кальян, пожалуйста. Я после повышения хочу дунуть. Оно заставляет думать людей, то что это на самом деле кальян, а это на самом деле спи-объект очень опасный. Это еще не кальян? Может вас убить. Да вы пиздите, быть такого не может. Я лично дунул. Да, ну и шо? Ну и шо? Вот, смотрите, перекрутите на другую сторону. Там написано, что 244 би. Тут нету написано 244 бит, тут написано кальян. Есть написано. Я буду дуть. Да, мне похуй. Я всем покажу. Я сейчас вам вколю. В P10 вколол раствор с антимемогеном. Ну вон, делишь плюс. Ну, окей, да мне свой есть, в принципе. Все, вроде эффект должен пойти. Да? Окей. Кто там? Мне только хуёвей стало. SCP-244-B, это что такое? Это мощный мемоген по моим докладам. Так я дуну его, можно? Не-не-не, вы что? Это мемоген, он нас должен убить. Я понял, это мемоген, но он очень похож на кальян. Капитан, его возьми, отшиб. Да я, знаете, у нас там, по-моему... Там война идет, по-моему, спасайте, короче, меня. Кстати, народ, у меня также есть для вас подарок к Новому году. Дарю вам промокод-скидку на все в магазине HyperPC. Например, на производительную игровую конфигурацию HyperPC Play можно получить скидку аж от 10 тысяч рублей. Захочешь новенькую периферию к Новому году? Не вопрос, скидка распространяется совершенно на все, что будет в корзине. Нравится SCPSL, но тормоза и фриза раздражают и не позволяют нормально играть? Лаги, затыки, админы опять забанили за бенихоп? Выход есть. Крутейший стильный ноут толщиной всего 2 см и весом чуть более 2 килограмм от компании HyperPC. Многие знают компанию HyperPC как лидера в производстве мощных игровых ПК. Но вот ноутбуки это совсем другой разговор. Мощнейшая начинка позволит наслаждаться любыми играми с максимальной плавностью. Более того, ноутбук можно свободно кастомизировать и изменять в удобном конфигураторе, выбрав начинку, объем и количество SSD, а также покрасив в любой цвет или сделав винилографию. Такое не предлагает больше ни один производитель России. И все это великолепие с карточками 3000 серии от Nvidia, которые не то что SCP
ПВП потянут, киберпанк на ультрах затащат. Это идеальный вариант как для требовательных геймеров, так и для профессионалов, работающих с тяжелыми приложениями. Клавиатура с индивидуально настраиваемой подсветкой позволит идеально работать даже в полной темноте, а дисплей с частотой обновления 165 Гц даст максимально плавную картинку и огромное преимущество в современных играх. Питает все это чудо емкая батарея, что даст время автономной работы вплоть до 14,5 часов. Благодаря этому вы сможете использовать ноутбук даже там, где нету и намека на розетку. Ребята из HyperPC уже более 10 лет занимаются производством мощнейших игровых компьютеров. Большинство крупных блогеров российского ютуба выбирают именно HyperPC, чтобы обеспечить себя идеальными условиями для лучшего игрового опыта и работы. Более того, крупнейшее киберспортивное мероприятие проводится именно при технической поддержке HyperPC. В общем, тут и думать нечего, нужно брать. А ссылка на эти крутейшие ноуты будет ждать вас в описании под видео. Не трогайте его, не трогайте, дайте пускай воздух насытится всем этим ароматом. Что-то меня как-то ты потрясывает уже. Да, мне тоже. Дайте я, пожалуйста. Сейчас я отдохну. Моя очередь. Тихо, у меня... Чё-то я себя вот чересчур плохо чувствую. О, а мы сейчас аптечкой закинемся, нормально будет. Да. Отряд наркоманов. Не моги. Что? Это фигня какая-то, пацаны, это фигня какая-то. Да, нормально, сейчас ты вдохнешь. Привыкни. Дыхай. Кто шмаляет, блядь, а? Обезумел? Блядь, ну нахуй. Где он? Я ничего не вижу. Фу, надымили, пиздец. Пойдем отсюда. Ну в жопу вашу кальянку. Да, согласен, что-то прихеровело мне. У меня тоже нету. У меня, Галяк, пойдем найдем на улице. Сейчас на улице подышишь нормально. Да, давайте его на улицу вынесем, чтобы он тут ничего не задымил. Его выбросил, блять. Блять, тут все теперь такое серое без кальяна. Дело такое. Я у доктора Клефа спиздил вот эту штуку. Мне кажется, что это бульбулятор. Коллега, уберите нахуй вот эти ваши приколы. Пожалуйста. Не, нам эти... У меня диабет, ну его в пизду, как говорится, да? Там 173. Я понял. Я предлагаю нам съебаться. Я предлагаю найти безопасное место и раскурить эту дурь. Ребята, давайте съебемся, пожалуйста. У меня уже кальян стынет, угли стынут, пойдемте. Пойдемте быстрее. Я хочу побыстрее это раскурить. Блять. Я дымом подавился. Нужно спасти кальян, братаны. Самое главное это кальян. Коллега, вы держатель кальяна. Да, я его хранитель. Сейчас раскурим. Вот, смотрите, давайте сюда. Ой, а мне не нравится. А вы посмотрите, что там происходит. Это те, кто курили кальян? О, не, пойдемте, это плохое место, короче. Не по фэншую. Уединение. Вот. Нет. Как вот о, давайте. Это безопасное место. Ну, в круг встали, давайте. Круг, кружочек. Давай. По очереди будем. Ох, откупориваю. Хорошо. О, елочка! Новый год! Я ничего не вижу. А чё он такой жесткий? Бля, я, пожалуй, этот кальян возьму. А чё тут так холодно стало, вам не кажется? Да нет, тебе кажется. Тон смятый просто, понимаешь? Теперь моя очередь. Давай, задувай. О, хорошо пошло. Ну как, жмыхнуло? Жмыхнуло, да. Неплохо пошло. Слушайте, охранники, да чё вы тут охраняете? Вот опустите моя пушки. Ну как? Ёб твою мать! Вот это кальян взрывной! Hello, братан. А, привет. Я тут, так сказать, никого нету, да, рядом? Я тут... Не-не-не, давай без этого, я вчера отошел только от него. Да, блин, ну что ты вот начинаешь, нормально будет, я как бы взял чем раздуплиться, мы сейчас колу еще найдем, и как бы будет намного лучше, чем вчера. Пацаны тоже самое говорили, давай не-не. Ну ладно, я другого найду. Ну ты хотя бы помоги мне, чтобы я не разбил кальян. Коллега, у нас тут, так сказать, дурь есть, я вместо кальянчик. Как бы раздуплить? Он без алкогольный? Он будет на кока-коле. С учеными хочешь замутить? Ну да, норм тема, там есть нормальный чувак. Он мне самогон варил, нехеровый. Тут нам-то нечего ловить, кроме офисных работников. Они же вообще скучные, пиздец. Давай, открывай, я не хочу разбить кальян. Открыл. А ты чё, не кинься, мы не можешь? Ну я не хочу его с рук выпускать. Эй, Д-класс! Оружие на землю. Ёб твою мать! Скотина. Чё это за херня была? Сейчас замутим, сейчас кальян все светит. О, святой кальян, помоги нам, святой кальян.
Ну как она работает? Да, вчерила как раз. Ща иду, подбираю кальян. Иду! А, чертов D-класс! А, это G-класс. Извиняюсь. Сзади вооруженный! Сзади вооруженный, защищай меня! У меня кальян! Блять, ладно. Я не могу, у меня кальян в руке! Не могу! Ты можешь без карты. Ладно, сейчас жопой открой. Ты можешь. Все, уходим. Спасибо. Белый, сюда иди, пожалуйста. Мне на тебя вся надежда. Сохрани это, пожалуйста. 9 игр подряд за дэшку? Ёб твою мать! Я чё, ты откуда? Мне же сказали, что у тебя там я не пришёл. Бежи! Ну ты еблан! Прости! Беги! Он съебался. Сыкло. Блять, я кальян проебал. В смысле, ты кальян потерял? Мне тут кальян где-то. Вот тут должен быть. А где он? Блять, а в смысле? Украли кальян? Где тут, где? Я белому, наверное. Или он в D-класс, или у белого. Я не пойму, кому его отдал. Сука, мой кальян спит, уроды. Граната! Он сзади! Бегите! Ты чё, через стекло можешь, блин? Дай твою мать, кальян! Хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.